Каждая видеоинструкция – дело рук профессионального сервисного инженера. И вы тоже справитесь, ведь даже ребенку это удается без проблем. Как установить ПЗК на Epson WorkForce Pro WP4540? Достаю большие резиновые пробки и заправляю ПЗК. Мойте шприцы после каждой заправки или используйте новый для каждого цвета, как я. Наливаю чернила до наклейки. Больше не надо, а то будет плохо печатать. Перед тем, как установить ПЗК, достаньте маленькие силиконовые пробки. Мы открыли картриджем воздух. Это их рабочее состояние. Включаю принтер и открываю его крышку. Кладу картриджи на их место. Розовый к розовой наклеечке, желтый к желтой и черный. Давлю на каждый из них, пока не щелкнут. Закрываю крышку. Принтер говорит, что не видит картриджи, а ведь мог бы и не сказать. Значит, мне надо еще разок поставить картриджи. Вынимаю и устанавливаю заново. Теперь все готово. Сейчас распечатаем что-то важное. Это грамота моему папе. Он, знаете, какой хороший? Очень-очень. И всегда мне помогает. Папа заслужил грамоту. У вас все получится, и вы тоже сможете печатать грамоты всем, кто заслужил.